Если позвонить 03, да. Кто знает как. Я думаю, вот эти штуки, кругляшки, их надо вот на эту стрелку сделать. Ну, покажи, попробуй, как ты думаешь, как это сделать нужно. Многие дети дисковый телефон сегодня увидели впервые. Вопрос, как с него звонить, оказался для них слишком сложным. Школьников можно понять, они такую технику до этого не встречали. Раньше, чтобы снять, нужно было... Много чего. Даже элементарно пленка нужна была. Пленка заправлялась сюда, имела определенное количество кадров, количество определенных минут. Любительский киносъемочный аппарат «Киев-16У» выпустили в 1966 году. В те времена еще даже родители этих школьников не появились на свет. Именно поэтому дети с любопытством рассматривали технику и бытовые гаджеты. Я вообще не знал, что раньше были такие фены, что одеваешь на шапку и ставили трубу. Я даже не знала, что бывает вот такой фотоаппарат или кинопленка, потому что сейчас у нас телефоны, мы можем все фотографировать, делать видео. А я даже не знала, как люди до этого додумались. В честь Дня защиты детей школьникам провели экскурсию по музею торговой сети «Все сам плюс». Здесь выставлены десятки самых разных экспонатов – кинопроекторы, виниловые проигрыватели, утюги, фены. Причем вся техника рабочая. Большинство гаджетов чинил и возвращал к жизни инженер торговой сети. Часть экспонатов – это наших сотрудников, а часть экспонатов – это приносили уже наши покупатели. То есть, увидев данный музей, люди приходили, спрашивали, нужна ли вам старая техника. Мы всегда соглашаемся. Если хотите удивить своих детей и самому вернуться в середину прошлого века, сделать это несложно. Музей работает в магазине «Все сам плюс» на Ленина, 24. За вход денег не берут.